Un meeting de susținere a candidatului independent pentru funcția de președinte a fost organizat în centrul capitalei. Oamenii au venit să-și declare simpatia față de concurentul electoral și declară că au încredere în președintele Igor Dodon și programul său electoral. La rândul său, Igor Dodon a îndemnat cetățenii țării să-și consolideze forțele și pe 15 noiembrie să voteze pentru pace și stabilitate în Republica Moldova. Participanții la meeting au venit în centrul capitalei în coloane formate în trei sectoare diferite. Oamenii spun că au venit la meeting pentru că îl văd pe Igor Dodon singurul câștigător al cursei prezidențiale din 15 noiembrie. Я пришла за Молдову, за Додона. Я хочу, чтобы Додон был нашим президентом, потому что он, у него есть опыт, у него есть знания, он отличный экономист. Я вам не думаю, что сосем Игорь Додон. А шат по кому пенсионер, инвалид, да он плащери, Додон от Додон. Шамен кредер, что ел, а сам ярко по калече дряпты. В нем есть вот эта созидательная сила, которая считывается прямо с лица. Я уже не говорю о тех действиях, которые он предпринимает абсолютно для всех категорий граждан. В нем вот эта созидающая сила, она объединяет людей, в отличие от другого кандидата, который больше настроен разрушить, оптимизировать, сократить и учитывая то, что вот это внимание, которое уделяется абсолютно каждому граждану со стороны Игоря Николаевича, начиная от пенсионеров, заканчивая молодежью, социально уязвимых слоев населения, Maia Sandu, настроена больше на диаспору. Alături de oameni au fost mai mulți deputați socialiști, primari din localități și suburbiile capitalei, dar și primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Aleșii locali au accentuat că, fără susținere și conlucrare cu autoritățile centrale, implementarea proiectelor în interesul oamenilor este foarte dificilă. Ca să începi să construiești, este nevoie de echipă. Este nevoie de oameni cu care poți să faci acest lucru. Este nevoie de voință politică, este nevoie de determinare, este nevoie de responsabilitate. Și acest lucru este caracteristic pentru candidatul pe care îl susțin eu și o susțin și dumneavoastră. В этот же самый очень сложный год строили. И это очень важно, когда президент, парламент, правительство, местная власть работают в унисон. Я уверен, что у Молдовы есть будущее. Мы за Игоря Додона. Он единственная сильная у него команда. Он сильный, он показал, что он умеет работать для людей, для молодежи, для стариков. Поэтому мы видим перемены в городе, мы видим перемены во всем. Ну, конечно, много еще надо сделать. Многие еще надо открыть рабочие места. Но мы верим, что это будет. И только он может это сделать. Игорь Додон – это тот профессионал, который может поднять страну, который действительно это вот разбирается в экономике, который разбирается, как эту страну поднимать, чтобы молодежь не уезжала. Майя Санду сегодня не сделает ничего, потому что ей нужно еще пройти очень много ступенек в жизни, чтобы стать президентом. Она еще не готова. Prezent la meeting, Igor Dodon a îndemnat toți cetățenii țării cu drept de vot să se consolideze în ziua scrutinului și să demonstreze că sunt o forță. Хороших людей в Молдове больше. Я не хочу разделять на хороших и плохих, но людей с нашими ценностями намного больше. Я вас призываю всех объединить усилия и выйти вместе 15 ноября для того, чтобы продемонстрировать всех, что у нас есть своя позиция, что мы защитим нашу Родину. У нас нет другой страны, у нас нет другой Родины, только Республика Молдова. И все молдаване, русские, гагаузы, украинцы, болгары, румыны, все мы граждане Республики Молдова. Мы не будем их разделять на сепаратистов, на плохих и хороших. Все наши граждане. Я вас призываю всех, чтобы мы были вместе. Враука, ной, строим ин Молдова. Сыну фим, тенерету ностру, сыну фие. Рубия, ин Европа, сану алту царе. А еще с лукрезы, а еще с платяска на логурле. Пентру пенсионари ностри совем че плати. Пентру инвацитори, ши медич. Партиспам в час митинг, потому что... Если нужно будет, и защищать нашу... Респектам программу лой.
și împărțim ideile și principiile. Este unicul care merită să fie președinte și un președinte puternic care are nevoie de susținere cetățenilor. Potrivit lui Igor Dodon, votul din 15 noiembrie trebuie să fie unul pentru apărarea credinței și a valorilor tradiționale, un vot pentru protejarea poporului Republicii Moldova. Pentru a păstra valorile noastre tradiționale, religia noastră, noi trebuie pe 15 noiembrie să fim toți împreună, unul ca unul. Și dacă noi vom demonstra responsabilitate, victoria va fi de partea noastră. Pentru a salva Moldova, pentru a asigura viitorul copiilor noștri. Moldova! Moldova! За семейные ценности, за христианство. Хочу, чтобы было все нормально. Не хочу, чтобы нас разделяли на сепаратистов и на нормальных, на правых, на левых. Мы все одинаковые. Я за мирную политику. У нас страна маленькая, у нас нет золота, нету нефти. Нам не надо воевать ни с кем. Мы должны развивать туристический бизнес. Мы должны вкладывать в свою страну. Зачем нам унирие? У нас нет своей истории. Turul 2 al alegerilor prezidențiale va avea loc pe 15 noiembrie. Pentru funcția de președinte candidează actualul șef al statului Igor Dodon și liderul PAS Maia Sandu.